14 марта во многих странах мира отмечают Международный день рек. Дата призвана привлечь внимание всего человечества к строительству дамб и плотин, которые нарушают единую экосистему планеты. Вода, реки, озера, моря, океаны – величайшее богатство, дарованное человечеству природой. Жизнь человека без воды невозможна. По мнению специалистов, нарушение естественного течения реки может стать причиной настоящих природных катаклизмов, с которыми человек не сможет справиться. По последним исследованиям, по миру протекает более миллиарда больших и малых рек, но с каждым годом число водоемов уменьшается. Абсолютным рекордсменом в мире как по длине, так и по полноводности и площади бассейна является Амазонка. Согласно новейшим исследованиям, Амазонка, длина которой составляет около 7 тысяч километров, оказалась длиннее Нила на 140 километров. В 2011 году Амазонка была признана одним из природных чудес мира. Она протекает через Южную Америку, а затем впадает в Атлантический океан. Самая чистая река – Иртыш, основной приток Аби. Протяженность этой реки составляет 4248 километров. Она протекает по территориям трех стран – России, Казахстану и Китаю. Самой загрязненной рекой считается Королевская река, протекающая по территории Австралии. Она загрязнена химическими отходами от горной промышленности. Начиная с 1995 года в Королевскую реку ежегодно попадает более 1,5 миллиона тонн сульфидов. Самая красивая река Каньо Кристалис протекает в Колумбии. Ее еще называют пятицветная, потому что она бывает пяти цветов – зеленая, синяя, желтая, красная и черная. Такую разнообразную палитру красок реке придают отражение неба, водоросли и речной песок. Самая глубокая река мира – Конго, глубина которой достигает 250 метров. Самая короткая река в мире – Роу-Ривер, протекает вблизи местечка Грейт Фоллс, штат Монтана. Она впадает в реку Миссури, один из ее рукавов имеет длину всего около 17,5 метров. Название самой короткой реки может претендовать и река Репруа, которая находится в Гагрском районе Абхазии. Начинается река из подземной карстовой реки и через 18 метров впадает в Черное море. Самая извилистая река планеты Пьяна протекает по территории России. Ее длина более 400 километров, однако расстояние от устья до истока не более 65 километров. Широчайшая река в мире Ла-Плата в Южной Америке. Ее ширина составляет 48 километров. Река течет на юго-восток, расширяясь до 220 километров при впадении в Атлантический океан. Самая высокогорная река Брахмапутра, которая берет начало с тибетского плато на высоте более 3,5 тысяч метров. По территории Молдовы и Украины протекает река Днестр. Однако планы соседней страны на строительство на этой реке 6 ГЭС несет угрозу региональной безопасности всему региону. По мнению экологов, это строительство оставит Днестр без воды и убьет его экосистему. Финляндия является самым водным государством. На его территории расположилось 188 тысяч озер и протекает 650 рек. Саудовская Аравия – единственная страна в мире, по территории которой не протекает ни одна река.